так, там, я не знаю, может быть, Осипов, если даже что-то серьезнее, да, и не успеет Панин вернуться. Ух ты! Вот к вопросу о вратарях, да? О том, кто должен быть основным у Салават Юлаева. Вопросы эти остаются. Я не хочу сказать, что Налимов вот сейчас на 100% виноват в этой шайбе, но вот на первый взгляд острый угол, там может какой-то рикошет был. Давайте-ка сейчас посмотрим еще один раз. Вот Логинов не сумел выбросить шайбу, и вот бросок, и Налимов даже не понял, да, сначала, что шайба влетела в ворота. Еще раз это эпизод. Регин бросает, и шайба влетает в ворота, да, да. Но тут... Понятно, есть вопросы к защитникам, которые не сумели вывести шайбу. Но к Налимову тоже вопросы есть. Все, никуда от этого не деться. Да и даже если бы не было вопросов, когда ты пропускаешь 4 за матч. Ну так. Возникают некоторые мысли и у болельщиков, и у тренеров.